Я на людей надеялся неосторожно. А вера только в Господа возможна. И ныне, содеянным скорбя, я проклятый и очерненный скверной, надеюсь, Боже, только на Тебя, исполненного милости безмерной. И на кресте Ты никого не клял, терпя страдания, не ожесточился, когда к Отцу Небесному взывал и за своих мучителей молился. Подай мне весть, чтоб мой услышал слух, даруй надежду в жизни быстротечной, и в час, когда Тебе свой жалкий дух я возвращу, даруй мне дух свой вечный.